Андрей и Соник Про в космосе. Часть 3. Fly me to the moon. В предыдущей части. В этой. Может, мы поможем? Заткнись! Я думаю! Ладно! Все-все-все-все! Теперь яйцо моё! Да! Произошло. Этот яйцеморник мне делает злодеем. Мне кажется, наш квадратный друг слегка стал сумасшедшим. Цель обнаружена. Спасибо! Я счастлив! Фух, он спокоен. Агась, я аж испугался от его поведения. Слушай, красный кот! Если укажешь яйцо снова, я тебя закопаю в лед! Ой-ой-ой, как страшно! Да, страшно! Это был не я, это яйцеморник. А мне все равно! Соник Про, что? Этот ледяной придурок меня пугает. И меня. И меня чуть-чуть. Сори, ребята, я такой урод! Ну что будем делать дальше? ХЗ. Искать дорогу домой. Слушайте, давайте пожрём. Окей, за мной.